21 января на 11-м километре автодороги Кильдибяк-Старая Икшурма 25-летний водитель автомобиля ВАЗ не учел дорожные и метеорологические условия. Перед началом обгона не убедился в том, что полоса, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ, его 6-месячный сын и пассажирка 1946 года рождения скончались. Травмы различной степени тяжести получили 21-летняя мать ребенка и водитель автомобиля Kia. Необходимо отметить, что ребенок перевелся в детском удерживающем устройстве, однако оно не было закреплено соответствующим образом, а пассажиры автомобиля ВАЗ не были пристегнуты ремнями безопасности. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, быть крайне внимательными и осторожными. В сложных дорожных и метеорологических условиях выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся дорожной обстановке. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на полосу для встречного движения. Водителям и пассажирам необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а при перевозке детей использовать детское удерживающее устройство, фиксируя его соответствующим образом.